Привет, привет, мои хорошие. У меня есть буквально 10-15 минут, пока мои деточки спят, чтобы снять видео. Видеораспаковка, ну, по названию уже поняли, наверное. Не обращаю внимания на мой причесон. У меня сейчас на голове намазано кокосовое масло. Кто-то из моих деток там проснулся уже. Намазано кокосовое масло. Я буду так ходить несколько часов, потом смою. Так, меня здесь ждет пакет, который уже, знаете, неделю стоит. Синуля. Синуля ворчит. Продолжаю. Там мамочка моя вышла с другой комнаты, она займется детьми. Итак, неделю стоит этот пакет, ждет распаковки, никак руки до него не доходят. Ну, я думаю, что здесь спортивный костюм. Да-да-да, он уже. Спортивный костюм я заказывала. Думаю, он, в принципе, потому что такой объемный пакет. Да, я не ошиблась. Что это? Это, видимо, подарок, потому что я вот это не заказываю. Так. Руки тоже у меня в кокосовом масле. Сейчас модные, трендовые трикотажные спортивные костюмы на Алиэкспресс. Великое множество. Прям бери, не хочу, но на мой рост выбрать очень сложно. Очень много костюмов. Девочки среднего роста прям загляденье. Ох, тяжелый, однако. Вообще не пахнет. Вообще ничем. Ни приятного, ни противного, никакого запаха нет. Естественно, с высоким горлом, естественно. Так, должен быть полный длинный рукав. У меня размер L. L-ку я взяла. Ничего лишнего на кофточке нет, кроме вот этой вот строчки посередине. Ну, качество мне нравится, кстати. Швы. Внутри все. Сейчас покажу, где горловина тоже. Обычно где горловина, косяков бывает много, если вещь некачественная. Так. Ну, нет косяков здесь тоже. Так. По составу, скорее всего, сорок 5% кашемира написано, 30% шерсть, 25% фибра. Приятно удивлена. Так, вот. Я не знаю, я в этом не разбираюсь. Состав, ну, он покалывает. Немножко колючий он. Короче, вот. Кофта хорошей длины, я вижу. Выше пупка точно не будет. И штанишки. Что у нас тут? Ничего, это мусор. Тоже. Вот. Карманы. Хорошие кармашки. Ух ты. Завязочки такие. Шнурок. Талия на резинке. Но еще шнурочек тоже есть. Но шнурок такой, знаете, он чисто для декора, по-моему, он такой хлипкий. Хорошие карманы, глубокие. Вот, телефон сюда точно поместится. И идем вниз, смотрим. Штанину, как она выглядит. Внизу нет никаких резинок, никаких манжеток. Ничего нет абсолютно. Абсолютно ничего. Сзади вот тоже кармашек один, функционирует. Ну, я думаю, что размер мне подойдет. Я боялась, что будет в обтяг на мою попу после беременности. Мне кажется, подойдет. Цвет я выбрала темно-серый, там есть еще светло-серый. Колебалась между коричневым и этим, но выбрала этот. Скорее всего, я возьму, если он в носке хотя бы пару недель себя покажет хорошо, я возьму еще пару костюмчиков. Вот, один минус я нашла.
так, смотрите. Ну, это такой небольшой минус, но все равно минус. Вот. Это можно, конечно, срезать, но все равно не хочется получать вещи с вот такими вот ниточками. Это нитка. Смотри. Так, где эта нитка? Вот она. Смотри, сейчас штанины тоже покажу. Штанишки. Чтобы не было потом, что там куча ниток и так далее. Вот. Все довольно-таки аккуратно. Вот. Вот так вот это все выглядит. Все. Есть еще у меня еще один пакет. А, и покажу, что пришло в подарок. Мне самому интересно, что пришло в подарок. Тоже не пахнет. В этом магазине я уже брала некоторые вещи. Ой, господи, что это? Комбинация, что ли? Это, видимо, мини-платье. Да. Ну, мне, конечно, это добро не нужно. И цвет такой мерзкий, блеклый, который мне вообще не идет. А если бы шло, это не мое. Так, ну, мелочь, а приятно. Еще один пакет, но здесь должны быть мои спортивные бра. Ну, открою, покажу, раз пошла такая пенка. Очень удобные эти бра. Я один уже брала. Всю беременность проходила в нем. И сейчас тоже я ношу его. Поэтому я заказала еще два таких же. Вот такой я уже брала и еще взяла черный. Ну, на черном... Черный я не буду открывать, показывать, потому что на нем я вам толком не смогу ничего показать. Там вы из-за цвета не увидите. Толком. Так. Вот. Так, есть отличия, сразу говорю, от предыдущего, который я уже заказывала. Предыдущий у меня шел с чашечками, но чашки я вытащила сразу, мне они не нужны. Вот. Этот без чашечек, но для чашечек место есть. Он очень удобный тем, что его можно, знаете, на тренировке носить. Это спортивный такой липончик, безразмерный. Он не давит, не жмет. Мне очень удобно в нем было во время беременности. Кстати, сейчас тоже я, по-моему, в таком же сижу. Вот. И такой же черный размер L. L-ка тоже. Ссылочки на вещи оставлю. Костюм обязательно примерю. Посмотрите, как будет он на мне сидеть. Мне самое интересное, самой. Стирать я его не буду, потому что нет у него никакого китайского запаха. Абсолютно никакого. Это костюм, который не залеживается, потому что у этого продавца эти костюмы очень хорошо распродаются. Ну вот, костюм в надетом виде. Я решила сразу показать, не откладывать долгий ящик. Длина штанов прям на мой рост 174 идеальная. Даже на 175-176 подойдет. Девочки, кто носит с высокими кроссовками, даже на 178 подойдет. Карманы, как я и говорила, хорошие. Вот. Бедра у меня сейчас, по-моему, 102-103, точно не знаю. Кофточка вот такой полной длины. Рукав тоже. Руки у меня длинные, плечи широкие. Вот так это выглядит. Я однозначно возьму еще один костюм в каком-нибудь другом цвете, но вначале поношу хотя бы пару недель этот. Мне очень нравится. Это костюм, который, знаете, и с кроссовками подойдет, и с ботинками подойдет, и с ботиками подойдет. Я же не могу не покривляться. Ну все, на этом я закрываю видео. Кому понравилось, не забываем ставить пальчик кверху. Мне будет очень-очень-очень приятно.
Mm-hmm.